Всем привет! Это интернет-магазин «Уради двора». Сегодня мы решили сделать сравнительный обзор. Будем смотреть на основные характеристики демисезонных комплектов от брендов Кэри, Депардо, Никастайл и Батик. Как вы знаете, все бренды представлены на нашем сайте идут с мембранным покрытием, водонепроницаемые, но показатели отличаются. У Кэри это 10 тысяч, у Депардо 3 тысячи, у Никастайл и Батик по 5 тысяч. Также отличается и плотность утеплителя. У модели Кэри Никастайл и Батик 100 грамм, а у Депардо 120 грамм. От этого зависит температурный режим модели, но также дополнительное утепление может давать подклад, например, если он выполнен из флиса. Кэри в качестве подклада использует скользящую ткань тафета, это удобно при переодевании. Дополнительное утепление флисом идет только в наиболее уязвимых местах, это по вороту, по внутренней стороне планки и внутри капюшона. У модели от остальных брендов идет флисовый подклад, который, как я уже сказала, дает дополнительное утепление. Очень важно сравнить функциональные детали, поэтому давайте поближе рассмотрим каждый комплект. У костюма Кэри съемный капюшон, который присоединяется на кнопочки, его можно отстегнуть. Предусмотрена внутренняя ветрозащитная планка и защита от зажимов кожи на уровне шеи. Также есть внешняя ветрозащитная планка, она идет по всей длине молнии. На внешней части расположено два кармашка, манжеты эластичные, на резиночках легко тянутся. Внутри мы видим полукомбинезон с закрытой грудкой, его можно регулировать под текущий рост ребенка при помощи эластичных лямок. Внутри брючин расположены силиконовые штрипки для фиксации ботинок. Комплекты от канадского бренда Depardo можно назвать одними из самых функциональных. Давайте посмотрим поближе. Здесь не съемный капюшон. Предусмотрены две ветрозащитные планки. Внешняя планка застегивается на липучке. Есть внутренняя планка защиты от зажимов кожи на уровне шеи. На внешней части мы видим светоотражатели и символику бренда. Также есть два кармашка, которые расстегиваются как сверху, так и сбоку на молнию. Можно отрегулировать манжеты по объему запястья при помощи липучек. Сами манжеты легко тянутся, они выполнены на резиночках. Брючки идут на эластичных лямках, которые можно отстегнуть. Также есть возможность отрегулировать их по объему талии. Это удобно, если ребенок, например, худенький. В наиболее уязвимых местах у брючек идет усиление двойным слоем ткани, и в комплекте обязательно силиконовые штрипки для фиксации ботинок. Теперь рассмотрим костюм от российского производителя Никастайл. Здесь мы видим внутреннюю ветрозащитную планку, защиту от зажимов кожи на уровне шеи, капюшон несъемный, есть утяжка, можно затянуть под объем головы. На внешней части расположены светоотражатели, есть два кармашка на молнии, манжеты на резиночках, легко тянутся, внутри отделаны флисом, чтобы ручкам было тепло и комфортно. Внутри используется флис, как я уже говорила, в рукавах скользящая ткань тафета, брючки на эластичных лямках, которые также при необходимости можно отстегнуть. Сбоку есть регулировка по объему талии. Здесь нужно заметить, что брючки у Никастайл имеют проклеенные швы, это шаговый шов и швы в области колен. Внутри расположены защитные гетры и силиконовые штрипки для фиксации ботинок. Переходим к последнему комплекту из нашего обзора, но не последнему по своим характеристикам. Это костюм для мальчиков от бренда Batik. Капюшон здесь несъемный, предусмотрены две ветрозащитные планки, внешняя на липучках и внутренняя защита от зажимов кожи на уровне шеи. На внешней части есть два кармашка на молнии, манжеты на резиночках легко тянутся. Внутри куртки мы видим термотрансферный термометр, который покажет температуру внутри изделия. Брючки выполнены закрытой грудкой на регулируемых лямках. Внутри куртки также есть лямки свободные руки, чтобы можно было опустить ее в помещении. Брючки выполнены в классическом черном цвете, имеют прямой крой. Обратите внимание, что штрипок здесь не предусмотрено. В конце этого обзора мы хотим вам сказать, что мы очень тщательно выбираем бренды для нашего сайта «Уради двора», поэтому все они достойны, они обладают отличными характеристиками. Нужно просто выбрать то, что подойдет именно вашему ребенку.